Привет, друзья! Меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции, тем более, если вам нужно отдохнуть. Так вот, сейчас я вам расскажу практически детективную историю, как снималось это видео. Март 2020 года. Землю поработили машины. Ну, не совсем так. На землю пустился коронавирус. И новенький отель, в котором сдаются квартиру в аренду, очень хороший, классный, только открылся, и пришлось его тут же прикрыть. Я был первым почетным клиентом, прожил там несколько дней, протестировал все это для того, чтобы вам потом рассказать. И вот случилось то, что случилось. И, наконец-таки, у нас 1 июня, открытие сезона, лето. И я сделал прямую трансляцию, где пообщался с руководством отеля. Кто не видел, обязательно посмотрите эту прямую трансляцию. Тем более, что у нас конкурс. И для участия в этом конкурсе нужно посмотреть вот это вот видео и написать в комментариях «Хочу отдыхать в Анталии». Ну, а потом специальная программа в воскресенье в 11:00 сгенерирует имя победителя. И этот победитель будет жить 5 дней. Для того, чтобы выиграть проживание 5 дней в этом замечательном отеле, сначала думал я, нет худа без добра, прошло время, и я договорился. Теперь это не 5 дней, а, внимание, 2 недели. 2 недели можно жить в этом отеле. Максимальное количество людей 4 человека в номере, где своя кухня, балконы, все оборудовано для того, чтобы вы могли комфортно жить, как у себя дома, ну и ряд всевозможных приятных плюшек. Так что, друзья, ждем имя победителя и с удовольствием встретимся здесь, в Анталии. Ну а сейчас давайте посмотрим, что же за отель такой. Golden World, Анталия, район Конья-Алты, микрорайон Хурма, да, так он называется. Наши дни, смотрим. Друзья, привет! Меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. Сегодня я нахожусь в Анталии, и тема сегодняшнего видео – это краткосрочная аренда. Только уже в несколько другом виде, чем вы видели, может быть, видео у меня на канале. Давайте все по порядку. Я нахожусь возле апарт-отеля, который называется Golden World. Здесь есть 25 номеров, которые можно использовать как полноценные квартиры. Вы приезжаете сюда и попадаете полностью в апартаменты, которыми можете управлять так, как хотите. Тут есть кухня, есть где готовить. Об этом все по порядку, я расскажу, пройдя уже внутрь. А сейчас скажу, что это очень хорошая альтернатива при краткосрочной аренде. Предлагаю рассмотреть подобные апартаменты. Если есть во многих отелях формула как B+B, то есть Bed and Breakfast, то есть поспал, поел, здесь только bed, то есть постель. Заходим в отель. Ну а это ресепшн. Именно так в каждом отеле встречают своих клиентов. Здесь находится человек, который ответит на 4 языках на ваши вопросы. Английский, турецкий, немецкий и русский, естественно. Дальше вы предоставляете паспорт. Ваши паспортные данные регистрируют в специальной системе, которая подключена к полиции. И с этого момента вы находитесь под охраной. Все в пределах турецкого законодательства. Теперь по поводу денег. Важнейший аспект, который, конечно же, интересует каждого из вас. Деньги такие, от 30 до 100 евро, в зависимости от сезона и от количества времени, которое вы здесь будете оставаться, потому что есть очень гибкая скидка, как и все в Турции, здесь очень клиентно ориентировано. Вы платите от 30 до 100 евро и выбираете себе из 25 квартир ту, которая вам нужна. Вы въезжаете в полноценную квартиру, плюс у вас еще есть лобби, возможность заказать в номер поесть или же заказать какую-нибудь экскурсию. Вы можете заказать трансфер, взять на прокат всякие разные нужные гаджеты, проконсультироваться и быть спокойными, что вы то, что сюда принесете, у вас не отберут на входе, как во всяких гостиницах. У меня на канале есть много разных видео по поводу недвижимости и аренды в частности. Скажу еще раз, что не у всех можно снять квартиру со всеми соответствующими разрешительными документами. А это грозит тем, что вас
когда придут штрафовать владельца за то, что он нелегально сдает квартиру и выпишут ему штраф в 10 тысяч лир. Вас, как человека, который отдыхает на территории, которая подверглась штрафу и экзекуциям, вас просто-напросто выселят, и испорченный отдых никуда не денешь. Поэтому вас хоть и не депортируют, но отдых-то будет испорчен. Окей, теперь ты это тоже знаешь. По поводу инфраструктуры в этом отеле все очень просто, скромненько и со вкусом, как говорится, в таких случаях. Есть бассейн, есть душ, есть маленький бассейн и место, где можно посидеть под открытым небом, попить чай. Это такой необходимый минимум, который есть фактически в каждом сите, то есть в комплексе, в частном. Ну, здесь это тоже есть. Плюс вы можете на баре что-то заказать и отнести к себе в номер. Все. То есть сдержанно, без всяких излишеств. За это, то есть, не надо будет переплачивать. Прошу обратить внимание на подобные апартаменты. А этот апартамент хорош тем, что он только что открыт. Все новое, и хозяева очень хотят понравиться новым клиентам. И поэтому у вас есть гарантия, что вас хорошо обслужат. Итак, 4 этажа с номерами, которые я очень рекомендую. А посмотреть их, чтобы поближе, мы, наверное, пройдем уже внутрь и там посмотрим. Камера видеонаблюдения. Ну, а войдя в номер, я сразу вижу место, куда можно приложить карточку, и тогда все загорается, как в любом отеле. Электронная система контроля температуры воздуха, ванная, спальня и такой вот большой коридор, переходящий в кухню. На кухне есть все необходимые атрибуты для того, чтобы вы могли приготавливать пищу. Посудомоечная машина, посуда, кухонный гарнитур, на котором можно варить, жарить и даже запекать, микроволновая печь и холодильник. Все очень гармонично, ничего лишнего нету, новая мебель это радует. По телефону вы можете спросить любые вопросы и на 4 языках мира вам ответят. Телевизор с разными каналами, Wi-Fi. И я думаю, что те, кто приедет сюда, по-настоящему оценят именно этот момент. Я подошел вплотную к балкончику. Итак, вы готовы? Я выхожу. Ах, горы. Именно здесь можно уютно расположиться вместе со своей семьей или близким человеком и посозерцать на красивые горы. А 20 минут пешком, проверено, 20 минут, не больше, вы пройдете и окажетесь где? Правильно, на море. Там-то и можно как следует позагорать и покупаться. Так что хорошего вам времяпровождения. Подбирайте время, когда вы захотите отдохнуть. Вся информация в описании к этому видео. Бронируйте. Если вы скажете, что от Назара Давыдова, то будут скидки. Уютный, компактный, недорогой апарт-отель в Конъялты, Анталия, который, уверен, поможет как следует отдохнуть, когда вы захотите там летом или зимой, ваше дело. В любом случае, мы подготовили максимальную информацию для того, чтобы облегчить участь в поиске недорогого жилья в аренду на короткий срок. Подчеркиваю, на короткий срок не все имеют право сдавать. Это хорошая альтернатива любой квартире, которую вы можете найти на любом сайте. Так что теперь-то ты знаешь, что нужно делать. А если остались вопросы, пиши. И вот таким вот образом, незамысловато, я спокойненько с территории апарт-отеля перехожу на охраняемую стоянку, где находится ваш автомобиль, и куда вы можете спокойненько погрузить вещи и поехать навстречу приключениям в Анталии или в любой другой город. Спасибо за то, что досмотрели. Если есть вопросы, как ты знаешь, пиши. Ну и пока, до встречи. Спасибо за то, что досмотрели это видео. Еще раз хочу напомнить, что в воскресенье в 11:00 мы узнаем имя победителя, кто же будет 14 дней жить в этом замечательном отеле. Всем спасибо, особенно тем, кто участвует в конкурсе, значит, вам это понравилось. И пишите в комментариях, что бы вы хотели еще узнать. Смотрите видеокаталог недвижимости, проходите в группу в Телеграме, в которой мы делимся информацией. И, естественно, будьте активными, потому что мимо вас проходит жизнь, если вы не в активе. Так что до встречи. И давайте уже увидимся в Анталии, а? Блин. О, да, еще раз. Дубль 33. Землю поработили машины, только в Анталии остался анклав жизни в отеле Golden World.